Итак, всем привет, уважаемые любители футбола. Рад я вас приветствовать на очередном туре Национальной студенческой футбольной лиги. Сегодня у нас сойдутся команды МГТУ имени Баумана, Москва и ВОДНПТ Владикавказского политехнического техникума. Все, у нас готово к началу игры и поехали. Будет под угловой удар. И опять один совершенно оказывается Иван Хиев и Крамжонов. Какая передача! И опять передача на левый фланг. Навес, и это было здорово, и нужно забивать здесь было Ивану Хиеву. Ух, какой удар! И это первый удар в створ. Очень неожиданно все произошло, но, кстати, на месте нанести опорные полузащитники. Еще один удар, и еще раз мимо створа бьет Иван Хиев. Хиев избавился от опеки. Хиев, удар! Любимый финт Зидана. Какой удар! Как же это было опасно! Казалось, что Стати немного зевнул этот удар. Сначала все еще МГТУ. Передача между зонами. Архипов. Еще один опасный момент. Билан. Может бить сам. Удар Билана. И снова мимо створа. Но это какие-то заколдованные ворота у Стати. Команда из Владикавказа. Опаснейший момент. Ворота-то пустые, но игра рукой. Была в исполнении Шалвы Майсурадзе. Опаснейший момент. Билан. Передача, добивание в своего же попадает. Пятый номер. Еще один удар. И это гол. Гол, дорогие друзья. Наконец-то ворота распечатаны. И ликует Алексей Родинков. Но ликование здесь немного прерывается, поскольку Никита Билан получил. Звучит финальный свисток, уважаемые зрители. Как же злится сейчас Георгий Музаев. Видно, конечно, как он недоволен этим результатом. Ну что же, большое спасибо по обоим командам.